Ну что, радость во Христе Иисусе. Сегодня у нас третья, по-моему, понедельник, да? Первый день, и сразу такая радость. Выкидать снег можно у брата. У меня в городе-то это ничего нету. Это не Виталий, которому дают убирать там. У нас в Москве все места заняты дворниками. А тут наконец-то можно. Это вот, видишь, я делаю, чтобы вода стекала. Желоб такой. Пойдет таять, и чтобы на дорожку это никуда не летело. Вчера беседа хорошая была со священниками. На удивление, они почему-то не сопротивляются. Как будто Дух Святой уста им заградил, как мы читали в Писании. Вообще, может, примут, тоже надо помолиться за них, молодые. Про торговлю начали оправдываться, про десятину не проповедуют, а говорят, кто же ее платить будет, кто же его посадит, он же памятник. Ну и все в таком духе, но сказано им было, дальше уже на них это. Главное, самое главное, говорят, прихожане такие, прихожане сякие, сейчас времена такие. Так это ты, от тебя же зависит вход в церковь, да? То есть, когда приходишь, тебя строго если принимают. Ну, как я ему говорю, в театр ты приходишь, ты же не сопротивляешься, что там надо одеться прилично. После третьего звонка спектакль. Нет, а я буду после второго, давайте спектакль. Правильно же? Шуметь ты не будешь во время представления. Тебя выведут просто сразу. А в церковь что хочешь делай, как хочешь приходи, как хочешь уходи. Ну, то есть... Вообще никакой роли как будто нету. Все, что попирать можно, это в церкви. А мирские организации, они все устанавливают свои правила. И никто с ним не спорит. То есть просто принимают молча и все. Но он как будто не слышит, священник этот. А мы должны быть строже гораздо, чем мусульмане. В принятии верных чад. То есть... Строгость должна быть, и человек сразу он видит, и он так и относится серьезно к делу спасения. А когда его просто приняли, и все, то ничего нету. Как отбор в эти спецвойска. Чтобы попасть туда, надо же определенно проявить характеристики, там всякие тесты сдать. И здесь то же самое. Верующий — это самый высший чин, который только может быть в миру. То есть любой верующий, он гораздо выше царя неверующего. Господь говорит, кто касается, говорит, верующего, тот касается зеницы ока моего. То есть в глаз прям Богу тыкаешь. Представь, это что такое? Это вообще. И, соответственно, к нам и требования особые. Вы род святой, написано. Люди, взятые в удел, царственное священство. Царственное священство, не просто так. То есть с нас большой спрос, и к нам большие требования. Во всем мы должны быть подражать Христу, апостолам, святым. То есть должны быть светильниками, которые не ставят под сосуд, но на подсвечнике, чтобы все светили. Чтобы люди прославляли Отца Небесного, глядя на нас. А не то, что, знаешь, ты мимикрия вот эта. Из храма ты вышла, и все, ты уже такая же, как безбожница. Платок все сняла, краску накрасила. Уже можешь воровать, можешь обманывать и так далее. Это же понятно, что не годится никуда такое поведение. Всегда верующий, он всегда верующий. Он не по понедельникам верующий с 10 до 12. Он всегда должен быть верующий. Но священники как будто эти не слышат. То есть они как бы слышат, но на самом деле видно, что они, видишь, боятся потерять прихожан. Потому что если, говорит, строго мы начнем сейчас, кто к нам пойдет сюда? Никто. Ну и поэтому все. И мы имеем то, что имеем. У нас не пойми какие вообще люди. То есть они сами к себе, имеется в виду, не предъявляют требования, и к ним никто не спрашивает. Ну вот мы на этом и стоим.
Так, брат, что тут еще делать? Мне кажется, самая большая ошибка, не то что, а вчера даже они говорят, вот они такие не подходят. В том, что они думают, что человек пришел к ним. А человек, и они говорят поэтому свои слова. А он пришел к Богу, а не к ним. То есть ты не имеешь права сказать какие-то свои слова, как-то что тебе кажется, что он что-то не готов или еще что. Ты должен сказать слова Божьи, то есть он-то для этого и пришел, чтобы узнать эти слова. В этом вся ошибка. Бог что сказал, а это Священное Писание и каноны церкви. Ну да, Бог правила здесь устанавливает, а не человеки. Это большая разница, конечно. Вообще серьезная очень. То есть, да, действительно, одно дело, ты ко мне в гости пришел, я тебе говорю, здесь что хочешь делай, в ботинках ходи и прочее, топчи здесь. А другой, ты к Богу пришел же на пир. И он скажет, а что ты не в брачной одежде пришел? Кто тебя такого звал? Выкиньте вон, говорит, в тьму кромешную. Где будет плач и скрежет зубов, и все. Вот это и есть не совпадение, кстати. То есть они приходят и не в брачной одежде туда. То есть не имеют ни благих дел, ни заповеди не исполняют, и все. И ничего и нету в итоге. И главное, они-то пришли, чтобы их священники одели в брачную одежду. Да. А требований нет никаких. Для того это и поставлены учителя, чтобы одевать в брачную одежду. А они в этой одежде их оставляют, главное, чтобы не уходили. Ну да, действительно, это полностью эта притча, она говорит об этом. Да. Все званые, то есть да, званые, вот они пришли в храм, а избранных нету. А даже более того, если скажут, что я избранный, тебе скажут, ты не наш, ты в прелести. Да. А Господь только избранных-то и ищет. Вы, говорит, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. Для чего? Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой. Призвавший кто из тьмы? Христос. Для чего пришли? Чтобы возвещать его совершенство. То есть благовествовать о Христе, быть его как бы представителем на земле. И надо понимать, что если ты христианин, ты представитель Христа. И так и веди, соответственно, представителю посольства теперь. Ты выполняешь роль его. И он дает своим самым близким не только веровать в него, но и страдать за него. А почему не знают? Об этом должны же знать все прихожане, что самая высшая честь – пострадать за Христа. А если даже мы просто так не хотим пострадать, просто даже себя, ну, хотя бы посты содержать. Да не то, что хотя бы, это просто даже без этого не можешь быть ты в церкви, если ты посты не соблюдаешь. Среда-пятница, как вот священник этот сказал, говорит, Серафим Саровский сказал, кто, говорит, не соблюдает среду-пятницу, тот не спасется. Мне он тогда сказал один раз, я сразу запомнил на всю жизнь, больше не нарушал ни разу. Ну не помню, чтобы нарушил. Ну вот строгость сразу тебе была показана, и ты это принял, а не убежал. Потому что я их искал и ну как бы и пришел как к Богу, к священнику. Что он скажет, то как от Бога. Он сказал действительно слова правильные, и все, я и принял. Мне и даже мысли не было не принимать от священника что-то. А если скажет священник, что в принципе можно, и врач там, не знаю, молочко там, или еще пример какой-нибудь приведет, какого-нибудь святого, который там мясо поел с кем-то там, странника когда пригласил, ну, ты бы и это примешь тоже. И всегда у тебя будет это послабление в голове сидеть, да. Что а можно здесь, можно, и ты всегда расслабленный ходишь. А как ты знаешь, что все святые, они не расслабленные, ты уже по-другому сам ведешь себя. Да, да, да. И поэтому Златоуст уже говорит, я тебе, говорит, показываю на закон Божий, а ты мне на чужие грехи. Это, говорит, не один к одному. То есть, когда приводит пример, где кто-нибудь, даже пусть даже и святой, что-то нарушил, то это его грех, он на нем и остается. Это тебе не значит, что тебе можно нарушать. Более того, если ты, по примеру, его нарушаешь, ты ему добавляешь наказание этому. Он плачет. Он, потому что ясно дело, что сейчас все закончилось, и сколько он протерпит, ну, сколько он там... Сколько людей из-за этого потерпит вреда, это больше ему добавится к углям и на его голову. Да, вон кошки даже вышли к нам послушать. Не убегут они у нас? Нет. Они куда не убегут? Мыша боятся. Ну как, мышань? Ну все, домой, домой. Холодно выйти. Не хотите, как хотите. Слава Христу. Убрал тут немного у брата Вячеслава. Сейчас пойдем на участок, еще посмотрим, что там у него. Сейчас покажу, что тут убрано. Ну вот дорожка под дом.
потом здесь вот вдоль дома. А здесь вот это вот для стока воды. Здесь дорожка вдоль дома. Такая. Здесь ходить можно было. Ну, здесь вокруг машины убрал и расчистил еще дополнительно. Расширили здесь, чтобы Александр, брат Александр, приедет борцов, мог встать. Понятно, что гараж открывался. Здесь расчищено. Вот. Ну и трактор, естественно, приехал, как и ожидалось. И от него такая вот колея тоже была. Здесь все было завалено вот так. Это тоже, соответственно, убрал, чтобы свободный был проезд. Так что вот здесь так убрано. Ну и здесь где проход. Это обычное занятие. Все убирают снег, не выпадает. Вот по соседу можно увидеть. Это бороздка от трактора. Там ее уже у нас нету. Перед завтраком немножко на свежем воздухе побыть, одна радость только. Рождество, Христово скоро будет у нас. Готовимся. Брат потрудился, он разгреб. Все, брат, там я закончил. Спаси Христос. Дай-ка мне лопатку. А, я так и понял. Надо было сразу ее дать. Господи, умягчи сердца правителей мира. Владимира, Владимира, Джо, Эрдогана и прочих. Да продлится еще мир. Дай нам еще священника и место для занятий. Определи нашу участь, как тебе угодно. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский и Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат и Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Антипский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, и малые дети, чтобы верили искренно в Тебя. В гонениях и в искушениях не допусти до принятия антихристовых начертаний, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Укрепи народ Твой в святой православной вере, а замыслы еретиков и сектантов разрушь, развей и ни во что преврати. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла Первомученика, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь их София, Наталья и Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Иуния, Киприан и Иустина, молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. И нас, всех стоящих в этой молитве, помилуй, милости Твоей ради. Аллилуйя. Благослови, Господи, укрепи и сохрани отца нашего духовного и наставника Игнатия от хитрых козней дьявола, от нечестивых людей, от разных нападков на него, и придай ему крепости духовной и физической, избавь его от всякой телесной немощи и отведи от него все невзгоды и скорби, чтобы и дальше он мог нести Слово Божие и быть нам живым примером апостольского служения и горящей свечой, которая стоит не под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Господи, благослови отца Иоакима, отца Наума, отца Геннадия,
чтецов, благовестников и всех, кто через Слово Твое указывает путь ко спасению души. Сохрани и приумножь это наше сообщество в интернете, общину крестовоздвиженскую, общину Анфимы Никомедийскую. Благослови всех братьев и сестер во Христе и всех стоящих здесь. Побуди нас на постоянную молитву, на благовестие и на проповедь Евангелия. Господи Всесильный, мы молим Тебя о Вере, Иулии, Стефаниде, Ефимии, Арсении. Избавь их от гордыни, дай им смирение и покорность Слову Твоему и потребность к покаянию. Наставь их на путь истины, на путь спасения души. Обрати Нура, Руслана, Раиля, даруй им познание Тебя истинного Бога. Коснись их своей благодатью, если угодно Тебе, Господи. Исцели болящих, игумена Кирилла, брата Сергия, сестру Ольгу и прочих наших братьев и сестер. Облегчи их страдания, Господи, но на все воля Твоя. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, Серафима, Татьяны, и прости им, если угодно Тебе, все прегрешения их вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милостив будем негрешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисто я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, прими нашу молитву с воздеянием рук, как жертву вечерних благовуханий приятных пред престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам и не заповедавших молиться о них. Спаси, Господи, и помилуй. Говори, Господи, слушают и дослышат рабы Твои. Аминь. Спаси Христос. Благодарю всех за совместную молитву. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Христос. Игнат Тихонович. Аминь. Спаси Христос. Игнатий Тихонович на связи. Ему можете вопросы задавать. Я хочу, братья, сказать свои мысли, какие у меня возникли в течение вот этого времени, после вчерашнего нашего разговора. Аминь. Я вспомнила Татьяну сразу, Однашивкину, если я правильно говорю ее фамилию. Как она исповедовалась, я хочу что-то подобное сейчас вот произнести. Когда я слушала ее слова, когда я слышала ее мать, которая в первый раз обратилась к нам, что Татьяне очень плохо, я помню, как меня коснулось это. Я сразу же пошла на молитву. И потом, когда она исповедовалась, я прям прочувствовала все это и применила это к себе. И сегодня утренняя молитва, когда в 3 часа была вот с Игнатием Тихоновичем, у меня прям пошли вот эти картинки. И я поняла, в чем дело, почему я попала в эту ситуацию, в которой вот сейчас я нахожусь. Я думаю, что даже не имела права. Дело в том, что я прикинула к себе этот Новый год. Я села за стол. Я не была в этом. Я смотрела на Путина. Не участвовала. Как бы мы с дочерью сидели всего. Была я всего лишь за столом этим. Я просто хочу сказать к тому, что я даже не имела права примерять это к себе, вот это вот чувство, вот этого вот какого-то праздника. Я ощущала себя, как будто я была вообще в стороне. Не ощущала тех чувств, которые раньше были. И думаю, что вот это вот у меня все сложилось в одну картинку. И причина вот этих вот, вот этой стряски, которая сейчас со мной происходит, думаю, именно в этом. Вот я хочу исповедовать вам это. Хотя это я исповедовала 2 числа на исповеди у
на литургии. Если это кому-то поможет, если это кому-то, я думаю, это очень важно в нашей жизни христианской. Вот это очень важно. Я это сегодня прочувствовала. Слава Христу! Прошу прощения. Игнат Тихонович, прошу прощения, что вас дернул. Прошу прощения, что всех вообще дернул. Вина вообще во мне. С Богом, ангела-хранителя. Спасибо, Христос. Благодарю всех. У меня тут вышибает все время. Два раза вышибло только на этом. Только закончили, сразу вышибло. Так, вопросов ни у кого нет, я отхожу тогда. Вот как полезно, когда у нас сестры, ну и братья рассказывают о себе. И это как раз исполняются слова Писания. Открывайте, как там написано? Прегрешение ваше друг перед другом. Друг перед другом, да. И это сразу возбуждает и в других людях. Аминь. Спаси Христос. Благодарим спаси за молитву. Христос. Аминь. Спаси Христос. Я прямо очень четко почувствовала. Аминь. Аминь. Благодарю за молитву. Аминь.